Миннесота, друзья, я вас приветствую. Вот, сегодняшний ролик посвящен декоративной штукатурке, а именно созданию декоративного панно при помощи акриловой шпаклевки и декоративной краски. Вот. Работа будет создаваться на вот таких вот OSB плитах. Вот. Работа будет представлена на 5 модулей, но роликов всего будет 3, так как 2 из них будут дублироваться, поэтому устраивайтесь поудобнее. Заранее благодарю вас за просмотр. Если все понравится, то по старой схеме лайк, подписка, колокольчик. Смотрим. Итак, материал, который будет использоваться. Вот. В первую очередь будет нанесен грунт с мраморной крошкой торговой марки Fadel Stretch Putz. Вот. Также участие будет принимать и латекс мат, семерка, декоративная краска Pyro Farba, одна из новинок последних, вот, и мои любимые металлики. По поводу цвета я еще конкретного не определился, будет полная импровизация, поэтому показываю всю палитру. Очередь подготавливаю поверхность. Вот она уже закварцована, имеет такую вот щегрень с помощью вот такого вот грунта с мраморной крошкой. Вся работа будет выполнена на OSB плитах. Вот. Немножко решил поменять формат работы. Она предварительно уже подготовлена. Вот, высох. Можно приступать к работе. Вся работа будет выполнена в трафаретной технике при помощи акриловой шпаклевки. Вот такая вот она. Финишная шпаклевка, большое и маленькое ведерко. Итак, в первую очередь при помощи финишной шпаклевки буду моделировать первый слой. Так вот выглядит базовый слой. Сейчас я немножко при помощи валика создам щегрень. Вот и ту структуру, которую я хочу здесь видеть. Вот такая вот чигренька получается, вот, без переходов резких, ничего, отличный базовый слой. Трафарет, который будет использоваться вот в качестве рамочки, вот такой вот, я его уже так отчертил, чтобы вывести симметрию. Вот так вот он будет располагаться. Итак, первый слой подсох.
можно продолжать накладывать мозаику. Вот такой вот трафаретик будет тоже присутствовать. Итак, поверхность уже высохла, можно приступать к ее тюнингу. И в этом мне поможет следующая краска. Это Emilatex ID-MAT 7 торговой марки Fadel. Вот, предварительно заколировано в темно-графитовый цвет. И немножечко вот такой вот кофейный. Вот я отлил немножечко для работы.
Так будет выглядеть базовый цвет. Вот, по краям темнее, центр осветляется. Вот. Итак, поверхность уже подсохла. Можно приступать к дальшему нанесению декоративной краски. Наносить я буду металлик фарб цветом антрацит. Вот такая вот прелестная жижа и кухонная губка. Так, металлик уже подсох. Вот. Можно приступать к нанесению финишного покрытия. И оно будет собой представлять вот такой вот материал. Это Pearl Farba торговой марки Fadel. Одна из их новинок. Вот, вот такая вот жемчужная слюда. Будет в качестве финишного покрытия. Наносить я буду кисточкой. Смотрите внимательно. Так, готово. Теперь ждем до полного высыхания, и потом я вам покажу результат. Так, на этом я заканчиваю первую часть модульной работы. Всем большое спасибо за внимание, за проявленное терпение во время просмотра. Надеюсь, этот ролик был вам полезен, да и просто понравился. Если да, то все по старой схеме. Лайк, подписка, колокольчик. И до скорой встречи. А также хочу добавить, что по мере продвижения ролика я буду добавлять по одному модулю, чтобы в конце вы увидели полноценную картинку. Вот. Ну, все. Пока-пока.